Безусловно, необходимо собираться и необходимо сверять часы. И, конечно, форум, я приезжаю на этот форум второй раз, дает возможность поделиться тем, что внутри каждой компании, да, является наиболее острым. На этом форуме мне бы хотелось сказать всем ритейлерам о том, что нам надо задумываться, да, о том, что будет завтра, как мы будем действовать, чтобы не было разрозненности в рознице. И вот такие объединительные мероприятия очень помогают с той целью, что ты можешь напрямую спросить своего коллегу, партнера о том, как, что, и, может быть, какие-то совместные проекты в дальнейшем также. Ну и, безусловно, температура. Да, у кого-то плюс 40, у кого-то минус 30. Посередине вроде бы все в порядке. Хотелось бы понимать, какая действительно температура внутри ритейла. Компания выполнила все свои планы за прошлый год. Развитие более 35% у нас. По количеству магазинов мы приросли больше. Да. У нас сейчас больше 1250 магазинов. И я думаю, что на этом еще мы не остановимся. Рынок большой. И сейчас мы хотим только сказать о том, что для того, чтобы развиваться, нужно соответствовать нашему потребителю, что также помогает нам сделать то, что мы сейчас делаем. Ориентация на потребителя дает возможность, понимая его, предлагать ему то, что он действительно хочет.